Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Мы души, понимаете? Мы вечные души. И надо заботиться о следующей жизни. Это и есть пробудившееся сознание. А забота о следующей жизни – очень простая вещь. Смотрите, деньги с собой не возьмешь, а славу, власть с собой не возьмешь. Потому что мы голенькие сюда приходим и голенькие отсюда уходим. А вот совесть, правильное поведение, чистоту, честность, смелость, веру, оптимизм, доброту и так далее, решимость, сосредоточенность, собранность, все останется с человеком. Вот это сердце, настрой человека, его вера, она не расстается с ним. Песня твоего сердца, вот это вот состояние, в котором ты жил на этой земле. Я хочу понять, как жить. Я хочу чисто, честно жить. Пускай мучает меня судьба. Пожалуйста. Пускай Бог мне даст знания, я хочу Ему служить, я хочу об всех заботиться, я хочу научиться всех любить. Я не хочу счастья, я хочу знания. Когда человек занимается тем, что он отдает свое, я желаю всем счастья, желаю всем счастья, пожертвуй. Сердца достойны любви. Надо, чтобы сердце стало достойным любви. И вы почувствуете обязательно, когда ваше сердце станет достойным любви. Сердце достойной любви прощает. Оно большое. Есть одна мудрость такая, Дао пишет, что мудрец не тот, кто не падает, а тот, кто встает. Чувствуете, да? Это и есть правильная работа чувства собственного достоинства. Правильная жизнь – это раскаяться, сказать, да, я виноват, все, понять, что не так. И идти правильным путем. Человек не должен быть униженным в жизни. Бог хочет, чтобы человек был достойным. Достойный означает внимательно следить за его оценкой. И удивительно знать, что когда вы видите его оценку, то эта же оценка будет приятна глазу других людей. Понимаете, это называется не рисоваться, стать самим собой. Каждый человек хочет счастья. Мы не можем жить без счастья. Наша природа нуждается в этой энергии. Это энергия добрых людей. Понимаете, добрых людей. Такие люди будут удачливым в жизни. Когда они в сердце чистоту получают, дальше они что получают в жизни вместе с этой чистотой? Они получают подарки от Бога, такие люди. Эти люди называются удачливыми. Люди, у которых, которые в сердцем этот чистый, светлый путь с кем-то хотя бы сделали, эти люди также с Богом имеют такие же чистые, чистые и светлые отношения. И это называется честная жизнь. Честная жизнь означает, у тебя в сердце нет нигде засады, нигде нет больших трудностей ни с кем в отношении. Честная жизнь. Чувствуешь, есть? Хорошо. Светлую память оставь. Прости всем. Очисти свое сердце от любых злобы. Все, что в твоей жизни было, все не зря. В этом есть высший смысл. Цель человеческой жизни – это Бог. Только приближение к Богу дает реальное чувство, что ты прожил жизнь не зря. Понимаете, цель человеческой жизни – это приближение к Богу.
Богу нужны ваши молитвы, потому что Он – Личность. И Он хочет отношений с вами. И Он вам вкладывает в вас свои отношения. Он вам помогает, даже несмотря на то, что вы об этом не знаете. Богу, в принципе, ничего не надо. Понимаете, Он самодостаточный. Но Он — Личность. Понимаете, Личность означает, что Он хочет любви, хочет отношений с кем? С тем, кто для Него дорог. И так как вы дороги Ему, поэтому, когда вы читаете молитву Богу, вы таким образом делаете то, что нужно делать. Победить можно все в своей жизни. Лень души не дает возможности это сделать. Все, что угодно можно победить, любую ситуацию в жизни. Не сдавайся, не считай, что у тебя не получится, не считай, что ты не можешь, не считай, что тебе не повезло. Понимаете? То есть никогда не позволяй себе идти в сторону смерти. Если человек нуждается, и вы помогаете ему и ищете нуждающихся вокруг себя, начинаете активно искать, кто нуждается, помогаете больше и больше людям, больше помогаете, то в этом случае вы коплите силу удачи. Если вы всем вокруг помогаете, все счастливы вокруг вас, то удача становится бесконечно сильной в вашей жизни. Поэтому человек, который помогает другим людям, постоянно так живет, он становится сильным в удаче. Побеждайте судьбу. Нет никаких преград для нас в этом мире, для победы над судьбой. Одна преграда — это наше неведение. Мы не знаем, как побеждать судьбу. Знания вы получаете сейчас, поэтому сражайтесь за свою жизнь. Олег Геннадьевич сегодня здесь, завтра там. Я как бродяга. А Господь в вашем сердце сидит там постоянно, никуда не лазит. И Он знает все. Если вы будете Ему молиться, то Он вам все будет говорить, все, что вам нужно в жизни знать. Вам тогда не нужен будет Олег Геннадьевич. Не зависите ни от кого в своей жизни, кроме ваши силы внутренние, молитвы. И тогда ваша жизнь наладится. Я вас сердечно поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого светлого в вашей жизни. Желаю вам любви, счастья, гармонии, здоровья, духовного прогресса,